Здравствуйте, Игнат. Добрый день. Добрый. Получил я вашу Библию, что вы начитанную аудио. Ну. Все нормально, послушайте. Вот, посмотрите. Тут вы выступаете. Да. Интересно. Это я вот, что вы еще прислали видео, посмотрел видео. Ну да. Ну то есть нападки не обоснованы ни на чем. Он получил человека, это только доброе получал. Его приняли, не принимали. Он просился и просился. А когда поехал, там обстановка такая, могли заставить его. Потому что знаешь, что у меня большое население, много людей-то, а им это не надо. Я напоминаю, что у нас все выставляется в интернет. Вы не против? Да я не против. Ну, вы вот каждый раз говорите. Ну, каждый раз я и спрашиваю, чтобы не было претензий. Ага. Так, говорите быстрее, что вам нужно от меня узнать? Да я поблагодарить, что вы во свете Библии мне прислали ссылку. Я там все более-менее. Так а я же вам посылал еще и все наши ресурсы. Если нет, я сейчас повторю опять. А есть у меня, есть. Там по хороших фильмах говорится и все такое. Ага. Да, и фильмы я смотрел, и это. Ну да. Нормально. А бриться так и брейте. Да, не знаю, вот попробую отпустить, но я не так знаю. Так не надо отпускать, меня... Бог так сотворил. Это люди подделываются, мужики, подкаблучники или гомосексуалисты, под женщину подделываются. Мужчина – это физиологическое доказательство, что ты мужчина, это Бог так делает. А ее как ухаживать? Никак, не задевай ее, не задевай, забудь про нее, у тебя никаких пупурей тут не будет. Вообще никак. Ну, можешь расческой иногда расчесать, когда идешь куда. Вот и все. Какой там уход? Что, закручивать надо кущерявый? Игнатий, у меня редкая такая. Какой Бог дал? Вы посмотрите, у Чаплина какая борода. У Дмитрия Смирнова там 3 волосинки. Но они не трогали. А на весь мир известные люди. А Хо Ши Мин во Вьетнаме. Там 3 волосинки в разные стороны. И он не трогал. Глава государства. Ну, как у вас погода там? Холодно уже? Ну, я не знаю, это сегодня-то по 20 градусов ночью было, наверное, или 14, не знаю. Ну, короче, так, еще холодновато. Ну, у нас тоже это, минус 14 где-то, вот так. Ну, да. Так, говорите что-нибудь, а то я ухожу. Я очень занятый. Ну, все, давайте. С Богом. Давайте. Спасибо. Если больше ничего не нужно, в этом, которое богатство дал, смотрите, там для вас многое полезное, как Христа полюбить, как душу спасти. Ага. Давайте. Все.